Доисторических муравьев, клещей, многоножек и жуков могут увидеть барнаульцы. В Алтайском краеведческом музее открылась выставка насекомых в янтаре. Возраст экспонатов 40-50 миллионов лет. Их обнаружили на побережье Балтийского моря. Как пояснили в музее, коллекция прибыла в Барнаул из новосибирского академгородка, где специалисты изучали древние останки и подтвердили их подлинность. Так что у посетителей есть возможность буквально оказаться лицом к лицу с древними созданиями. В то время, когда они обитали, также на нашей земле росли большие хвойные растения, которые сильно источали смолу. И застывшая вот эта вот смола, она и образовала янтарь, в котором сейчас эти насекомые и находятся. Янтарь, да, он образовался послойно, поэтому в некоторых кусочках янтаря мы можем увидеть сразу несколько насекомых. Чтобы рассмотреть насекомых детально, каждый экспонат снабжен особым увеличительным стеклом. Гостям экспозиции обещают также показать познавательные фильмы, посвященные древней флоре и фауне.